Видео подготовлено сайтом онлайн-гдз.нет, страница 28, упражнение номер 7. Как из каждого числа первой строки получено записано под ним второе число во второй строке, продолжив второй ряд чисел? Из двух получили 7, из трех 10, из четырех 13, из пяти 16 и так далее. Каждому из чисел первой строки прибавляется по порядку нечетные числа, начиная с 5. К 2 прибавили 5, получили 7. К 3 прибавили 7, получили 10. К 4 прибавили 9, получили 13. К 5 прибавили 11, получили 16. К 6 прибавили 13, получили 19. К 7 прибавили 15, получили 22. К 8, значит, мы должны прибавить 17. К 9 19 и к 10 21. То есть пропущены числа 25, 28 и 31. Если вам понравилось видео, смотрите остальные решения на нашем сайте. Если есть вопросы, предложения или пожелания, подписывайтесь на наши группы в социальных сетях.